центре внимания народных избранников межбюджетные отношения. Так, сегодня во втором чтении был принят закон о порядке распределения средств, полученных от топливных акцизов. Если раньше норматив отчислений на содержание дорог зависел только от их протяженности, то теперь в расчет будут брать характер дорожного покрытия. По предварительным расчетам, между муниципалитетами будет перераспределены 390 миллионов рублей. Больше средств на ремонт дорог благодаря этому закону получат крупные города региона: Владимир, Ковров, Муром, Александров. А еще депутаты приняли решение перераспределить в пользу муниципалитетов 50% транспортного налога, 10% от налога, собираемого по упрощенке, и 100% неналоговых сборов за негативное воздействие на окружающую среду. Таким образом, уже в следующем году в местные бюджеты поступит дополнительно почти 1 миллиард рублей. Очень важный ряд решений. Напомню, что они были выработаны нашей рабочей группой по совершенствованию бюджетных отношений. И рабочая группа очень эффективно поработала. Вот сейчас это стало законами. Она продолжает работу. Будем следить за тем, как эти положения будут реализовываться. И еще один важный закон, рассмотренный на сегодняшнем заседании, касается изменения устава Владимирской области. В частности, губернатор Владимир Сипягин предложил изменить структуру администрации в рамках административной реформы. Речь идет о создании аппарата, в состав которого в том числе должны войти существующие управления и комитеты. Мы предложили по концепции, которая существует на федеральном уровне, правительство является председатель правительства, заместитель председателя правительства, федеральные министры, точно так же создать и здесь. Структуру администрации представляет заместитель губернатора и аппарат. Кроме этого, глава региона предложил сократить количество своих заместителей, вместо 4 оставить 3, сократив при этом должность заместителя главы региона по сельскому хозяйству. Депутаты, в свою очередь, выступили против этого решения. Мы просто настаиваем, что заместитель губернатора по сельскому хозяйству должен быть отдельным человеком, который, как раньше всегда было, и времена Виноградова, и времена Орловой, когда отдельный заместитель губернатора занимался сельским хозяйством. Потому что сельское хозяйство – это одна из ключевых отраслей экономики Владимирской области. Не согласились депутаты и с идеей включать комитеты в состав аппарата. По мнению народных избранников, это негативно скажется на работе администрации в ряде сфер. Аппарат все-таки должен нести более обеспечительные функции, а не формировать политику в той или иной сфере госуправления. Вот. И поэтому, когда мы говорим о молодежной политике в структуре аппарата, это, мягко говоря, не очень понятная конструкция была бы. Мы догадываемся и предполагаем пока, что, наверное, как-то где-то будет либо департаменты создаваться, либо еще какие-то подразделения, которые будут именно политику формировать в перечисленных мной сферах. Но пока, коллеги, я считаю, что та реформа, предложенная администрацией, явно преждевременна. В итоге депутаты проголосовали за создание аппарата, в состав которого войдут вспомогательные подразделения, но без комитетов. Также депутаты на сегодняшнем заседании в первом чтении приняли поправки в закон, касающийся ипотеки для медицинских работников. Народные избранники решили увеличить долю субсидирования первоначального взноса с 20 до 30%. Вырастет и ежемесячная компенсация расходов на оплату процентов по ипотечному кредиту. При этом, если раньше, получая ипотеку на льготных условиях, медики обязаны были отработать в учреждениях облздрава как минимум 5 лет, то при новых поправках они обязуются работать в больницах и поликлиниках 33-го региона не менее 7 лет. Есть большие проблемы с узкими специалистами, особенно в районах нашей области, в сельской местности. Безусловно, данная ситуация, медицинская ипотека – это тот инструмент, который помогает нам привлекать дополнительных врачей, дополнительных медсестер, фельдшеров, нянечек и других медицинских работников. Также на сегодняшнем заседании депутатам предстояло принять обязательный отчет губернатора о качестве условий оказания услуг организациями региона в сферах культуры, охраны здоровья, образования, соцобслуживания. Напомню, в прошлом году ряд социальных учреждений прошли независимую оценку качества условий оказания услуг. По итогу проверок губернатором был составлен отчет для народных избранников. Рассмотрев его, депутаты пришли к выводу: объективной информации отчет не содержал. Я уверен, что Владимир Владимирович Сипягин этот отчет не видел в глаза, потому что это не отчет, и это даже не резюме. Поэтому принимать вообще как рассмотрение отчета я бы не стал, честно. Потому что какие проблемы на двух страницах были отражены? Нет воды в кулерах, плохие сайты. Депутаты, общественники сидели, не понимали, где мы вообще находимся. Обсуждения не было, критики не было.
Изучив отчет, депутаты указали на необходимость главе региона в том числе обеспечить эффективную и бесперебойную работу системы электронной записи на прием к врачам, разработать программу по укреплению материально-технической базы образовательных учреждений, а также реализовать комплекс мер, направленных на повышение доступности услуг для населения. Также депутаты рекомендовали главе региона в целях получения более объективной и исчерпывающей информации в отчет на следующий год предоставить данные о результатах проведения проверок муниципальных учреждениях. В частности, речь идет о детских садах и школах. Ирина Шульга, Алексей Ковалев, телеканал «Вариант».